магазине брали, да? Чтобы... Стрёмно. Они все одинаковые, что и дешево, и практично. Значит, всегда обрабатывается, ну, в данном случае у меня спирт, это ножи. В зависимости от того, какую рану вы обрабатываете. Если это глубокая рана, или если это широкая рана, если вы обрабатываете какое-то дупло, или если вы просто снимаете аккуратно кору, защищаете гамоз. Я покажу в каждом случае, как это выглядит, как это использовать. Всегда обрабатываете спиртиком. То есть сейчас оно все обработано, оно все чистое. При переходе на следующее дерево это обязательно. Почему? К примеру, вы не знаете, что здесь. Если здесь бактерия или нет. Вы обработали, перешли на другое дерево, на другом дереве этой бактерии или какого-то грибкового не было. Так вы не определите, потому что в составе камеди может присутствовать все что угодно. В составе сока. Даже просто в чистой рамке, без камеди течения, тоже может присутствовать все что угодно. Поэтому, чтобы не заразить и разносить заразу дальше, обязательно. Чем? Обычная губка, обычная ваточка, какая-то ткань маленькая, да? Промочили, это может быть не спирт, это я вот для ребят называл вашим сотрудникам. Что это может быть? То есть вам выдадут, после берете его и обрабатываете каждую. Буквально 2-3-4 протирочки, немного. Докажи, с обеих сторон. Если нет, даже можно сделать, если в данном случае закончилось все срочно, вам нужно перейти на другое дерево. Побрызгали этим же раствором. Пусть она там минутку побудет. После этого затерли. Но это крайний вариант. Он тоже предотвращает. В данном случае от грибковых. Рассматриваем рану. Что? Два она зарастет. Если мы ее будем обрабатывать, допустим, сейчас я работаю, потом весной и в конце следующего года она полностью затянется. Снимаете кору рядом. Вот этот нож снимать кору, да? Это сейчас мне так удобно делать. Для того, чтобы добраться до каретной части, до живой. Вот это вот зелененькое, это все уже живое. Поэтому, как минимум, чтобы было меньше порезов, но стараться до зеленого. Время это занимает, вот на обработку такой занимает приблизительно. Снимается серая рядышком до живого. Здесь оно не больное, здесь вот есть серое, а бывает такое, что там прям камедь. Мы дойдем до этого.
спине, аккуратно ножичком вот так вот пройтись. Значит, смотрите, вот видите, вот отстает кора, да? Его лучше срезать. Аккуратненько срезать. Для того, чтобы оно было чистенький вид такой. Для того, чтобы вот кусочка. А дезинфицировать ножик надо потом? Да. Да, обязательно. Да, обязательно. Ты тогда еще не пришел. Так, теперь смотрите, вот приблизительно я очистил рану, немножко не дочистил еще, снизу немножко нет возможности подобраться. Теперь я вот здесь делаю насечечки, для того, чтобы калюсная часть при новой ране, она всегда, не, это делается только на чистых ранах. Не там, где гниение, там, допустим, какое-то, да, там этого делать не надо. А там, где вот калюс образуется. Это, по сути, когда заплывает корой уже, там, на второй год и так далее. Вот. Делаются небольшие вот такие насечки. Для чего это нужно? Камбий выделяет кислоту, которая сродни гетероусину, который заживляет. То есть новый камбий начинает зарастать быстрее. Поэтому делается несколько таких насечек. Этим растворчиком. Хорошо заливается. Обрызнули. Мочалочкой, тряпочкой, чем-то вот так вот прошли. А потом эту тряпочку такая тряпочка можно еще использовать? Да, это медный дерево. Купорос. А, то есть можно, это да? Медный купорос, конечно. Заливается. Да, то есть спирт и так далее, тряпочка пропитана, этим можно, конечно, повторно использовать. Ждем, немножко подсохло, еще раз, то есть такие 2-3 обработочки. Сейчас оно стекает. Оно быстро высыхает. В случае как с этим, вот видите, не увидел. Это со следующей зарплаты откладывают. Это окулировочные садовые, да, все правильно. Ага. Еще раз обращаю внимание, что это заживающая рана, да, это не рана, которая там с кучей камеди там и так далее, без рака, без ничего.
это один гидрант, да. Ну, в каждом случае у вас будет свой приготовленный или готовка, в общем, готовый раствор, которым вы будете обрабатывать. Для замески там, для того, чтобы взять хорошо, в связи с тем, что у меня бальзамчик уже готовый. Да, шпаклевочка, при том таким образом, чтобы она зашла вот в те места, где мы обрабатывали. Толстым слоем не надо. Нет никакого смысла. Очень жидкий, не просохший. Немножко неудобно. И самое главное, что вокруг раны, да, вокруг раны, это тоже должно быть обработано. Вообще все, что шкрябали, да, все надо. И вокруг. Особенно это касается вот этот кусочек, это, видимо, подсохший. Особенно касается чего? Особенно это касается там, где больные раны. То есть не здоровые, а больные раны. Это обязательно. Там нужно намазывать до сантиметра двух вокруг. Сейчас он будет подсыхать. То есть задача закрыть все это дело для того, чтобы новая инфекция не смогла пробраться к ране. Сколько времени на объединение? 5-7 минут в районе этого. Но если просто окатыш у тебя в руках, то окатышем легче работать, имеется в виду другим видом.